Дальше имам Ахмад рахимахуллах говорит: «Вадафу ссадакат илейхим джаизатун нафидатун, ман дафааха илейхим аджзаат анху». Также выплата заката к ним разрешено, и действительно, тот, кто заплатил к ним закат, аджзаат анху, это, то есть, считается за этого человека. Барран кана ау фаджиран, независимо от того, богобоязненный этот правитель или же нечестивец.